জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপী জনবালা ভীরিবর ধারী জনবালা ভীরিবর ধারী যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন জন যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরা বনাচারি যমুনা তীরা বনাচারি যমুনা তীরা জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধব গোপী জনবালা ভীরিবর ধারী জনবালা ভীরিবর ধারী যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরা বনাচারি হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি 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 কৃষ্ণ 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 হরি রাম 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 হরি 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 কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি 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 কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি 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 কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি 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 কৃষ্ণ রাম রাম হরি হ
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Nitai Gora Premanandi. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Шестая песня, 12 глава,
Второй текст. Тату югантагни катхура джихвам. Тату югантагни катхура джихвам. Авидья шулам тараса сурендрах. Авидья шулам тараса сурендрах. Кшиптва махендрая винадья вира. Та Махендрая Винадья Вира, Хатосипа Питируша Джагадам, Тосипа Питируша Джагадам, Тату Югантагни Катхора Джихвам, Югантагни Катхора Джихвам, Авидья Шулам Тарасарун Сурендрах, Авидья Шулам Тараса Сурендрах, Кшиптва Махендрая Винадья Виро, Кшипта Махендрая Винадья Виро, Хатоси Папи Тируша Джагада, Хатоси Папи Тируша Джагада. Прум, пожалуйста. Тату югантагни катхора джихвам. Давидья шулам тараса сурендра. Кшиптва махендрая винадья вира. Атоси папи тируша джагадам. Матжи. Тато югантагни катхора джихвам. Авидья шулам тараса сурендра. Кшиптва махендрая винадья виро. Атоси папи тируша джагадам. Затем великий герой из рода демонов Вритрасура занес над головой свой трезубец, чьи острия оказались языками пламени вселенского пожара, и со свирепым рыком «Смерть тебе, о грешник!» яростно метнул его в Индру. Капатататвичаладграголкаван нирикшя душпекшям аджатавиклавах баджрена ваджришата парвана чинат бхуджам чатасюрагараджа бхогам. Летящий по небосводу трезубец Вритрасуры был подобен ослепительному метеору, но Индра бесстрашно разбил его молнией на части и одновременно отсек Вритрасуре руку, могучую, как тело царя змей Васуки. Я, походу, немножко... Интересно здесь, что в предыдущем стихе этот Вритрасура говорит: «Усмерть тебе, грешник». То есть он демон, как бы, да, то есть... Демоны, они же грешники. Но тем не менее, он Индре говорит: ты грешник. То есть у демонов есть вот это понятие грех и благочестие. То есть, когда люди теряют вот это понятие о грехе и о благочестии, то есть это вообще, ну, жизнь это еще ниже, чем демоны. Одним демоны там в Бхагавад-гите Кришна говорит, что демон рассуждает так: я буду совершать благочестивые поступки, там, сюда, накоплю шахте, то есть и буду побеждать своих врагов. Чинайка багу паригена вритраха самбрабдха ассадья грихита ваджрам ханау татадендрам атхамарибхам ваджрам чагастан я патан магхонах. Потеря одной руки, однако, лишь еще больше разъярила
Вритрасуру и, подбежав к царю Индре, он железной палицей нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Еще один удар достался слону Индры, и ошеломленный Индра выронил молнию из рук. Вритрасья кармати махадбхутам тат сура сурашчарана сидха сангха ануджаям стат пурухута санкатам нирикшьяха хити вичукрушур бришам. Подвиг Вритрасуры вызвал возгласы восхищения и у демонов, и у полубогов, чаранов, сидхов и прочих обитателей различных планет. Но увидев, в каком опасном положении оказался Индра, они запричитали: «Горе нам, горе!» Индро на ваджрам джагрихе виладжиташ чютам свагастат ари санидхав пунах там агавритро хара аттаваджро джагисва шатрум навишада калах. Выпустив на глазах у врага оружие из рук, Индра, по сути, уже потерпел поражение, и потому, сгорая от стыда, он даже не пытался подобрать молнию с земли. Видя это, Вритрасура принялся ободрять Индру словами: «Подними же свою молнию и срази врага. Сейчас не время предаваться скорби». Я юю сатам катрачит ататайнам джаях садай катра навай паратманам вино винайкам утпатилая схитишварам сарваджам адьям пурушам санатанам. Вритрасура продолжал: «О Индра, победа всегда сопутствует только изначальному наслаждающемуся, Бхагавану, Верховной Личности Бога. Он первопричина творения, сохранения и разрушения Вселенной. Все же остальные полностью зависят от Его милости и постоянно меняют материальные тела. Поэтому те, кто охвачен воинственным пылом, то побеждает, то побеждают, то терпят поражение». Комментарий. В Бхагавадгите Господь говорит: «Сарвасья чаха чахам хридисан нивишто, матах смритир гьянама поганамча». «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знания и забвения». Действиями противоборствующих сторон в любом сражении управляет Верховная Личность Бога в образе параматмы, сверхдуши. В другом стихе Гиты Господь утверждает: «Пракритех криямана ни гунах сарва кармани сарва шаха ханкара вимуд атмак артагами тиманьяте». Введенное в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Что бы ни делало живое существо, оно подчиняется Верховному Господу. Именно Он дает указания материальной природе, а она создает все условия для деятельности живых существ. Живые существа лишены независимости, хотя по глупости считают себя вершителями дел. Карта. Победа всегда сопутствует Господу. Что же до зависимых живых существ, то исход их сражений определяет Верховная Личность Бога. Победа или поражение зависит не от их усилий, а от Верховной Личности Бога, чью волю осуществляет материальная природа. Поэтому нет смысла гордиться своими победами или сокрушаться из-за поражений. Нужно просто полагаться на волю Господа и именно в Нем видеть причину всех наших побед и поражений. Господь говорит: «Ниятам куру карматвам кармаджо джайох я карманах». «Честно исполняй свой долг, ибо действие лучше, чем бездействие. Живое существо обязано действовать в соответствии со своим положением. И добьется оно победы или потерпит поражение, зависит от Господа». Кармань, Ивад, Икатарастема, Пхалешу, Кадачана. «Ты имеешь право выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Мы должны просто честно исполнять свой долг, победа же или поражение зависят от Господа».
Вритрасура воодушевлял Индру. Пусть тебя не огорчает моя победа. Это еще не повод прекращать сражение. Нет, ты должен исполнять свой долг до конца. И когда Кришна пожелает этого, ты обязательно победишь. Этот стих поучителен для всех, кто честно трудится в движении сознания Кришны. Не стоит чрезмерно радоваться своим успехам и сокрушаться из-за неудач. Мы должны лишь искренне стремиться исполнить волю Кришны. И Шри Чайтанья Махапрабху, не заботясь о победе или поражении. Наша единственная обязанность – искренне трудиться для Кришны, чтобы он заметил наши старания. Так, здесь очень красивый стих. И такой же комментарий, очень глубокая здесь на самом деле идея передается. То есть здесь Вритрасура говорит, что побеждает, то есть всегда победа сопутствует только Кришне, изначальной личности Бога. Вот. Все остальные, они иногда могут терпеть поражение, иногда могут побеждать. Почему мы боимся сражаться? Потому что боимся не победить. Боимся проиграть. А почему мы боимся проиграть? Потому что тогда все поймут, что мы не Бог. Потому что Бог, он никогда не проигрывает. Ему всегда сопутствует победа. Понимаете? И поэтому у нас, то есть так как у нас есть эта привязанность к своему ложному эго, то есть к своему представлению, что то есть мы хотим в глазах других людей выглядеть божественными. И для этого мы должны всегда побеждать, потому что только Бог всегда побеждает. Ну, имеется в виду побеждать в словесном споре, то есть, битвы бывают разные, да. Побеждать противоположный пол, будь то мужчина или женщина, то есть мы должны победить. Если мы не победим, там нам дадут горбуз, да, то мы чувствуем большую боль в сердце. А чё? Вот вы всегда задумайтесь, в чем причина этой боли? Причина в этой боли, вот это, что болит? Знаете? Ложное. Я помню, в школе мы вот дрались, например. Вот. И если там мы дрались, и мне там набили, в общем, фейс. Да. Я хочу там синяком. Вот. И мне так больно, знаете, я могу там 2 недели, пока мне синяк не сойдет, и еще потом ты вспоминаешь. Это такое внутреннее страдание. Вот, потому что ты сходишь, и все синяк видят, и говорят, а откуда, что? Та вот подрался, и вот тот того победил. И все знают, что тебя победили, короче, что тебя побили, вот, и что ты не Бог, что ты не крутой. Понимаете? И ты потом и ходишь от этого, страдаешь очень сильно. А если ты, например, там встал в туалет ночью, где-то что-то врезался там в дверной косяк, или там стол, я помню, когда-то орхидея там на полу спали, там стол свежий, но они там возле стола как-то спали, он что-то там вставал, короче, ударился как-то это, лицом об угол стола и синяк, знаете, под глазом набил там. Вдруг один. Вот, и, нет проблем, досадно как бы, что синяк набил, правильно, но особого такого какого-то страдания нету. Вот. И человек такой радостный, когда у него спрашивают, там, а что это у тебя за синяк? Да, вот там об стол ударился, и он такой веселый, все нормально, это не проблема. Да? Но если синяк, это то, что тебя победили, то есть это уже болезненно. То есть вот эта природа, природа нашего ложного эго, вот она такова. То есть нам больно терпеть вот это вот унижение, вот, и мы либо чувствуем
такое вот, погружаемся в расстройство глубокое, да, если мы терпим поражение в каких-то мероприятиях в разных. Вот. Либо мы очень радуемся, если мы побеждаем. Да, то есть у нас такое ликование, потому что это доказательство того, что я Бог, я крутой. Поэтому я победил. Вот. Но преданный, то есть он понимает, что здесь Шрила Прабхупада говорит, что, он, что только Господь, он побеждает всех. И преданный понимает, что для того, то есть и у преданного нет своих личных амбиций для того, чтобы их проталкивать. То есть он, как сказать, сражается за Господа. За Господа. Вот. И то есть за дело Господа. И если он в, какой, ну, в каком-то случае будет неудачей, он, как бы, он не расстраивается. Да? То есть он, потому что у него нет этого ложного эго, он на него не работает. То есть ему, другими словами, не интересно быть Богом. То есть ему не интересно, что доказывать всем, что он крутой. Понимаете? То есть он этим не руководствуется. Поэтому если он, ну, как-то где-то промахнулся, знаете, там, Акела промахнулся, да, если он промахнулся, то он как бы не сильно не расстраивается. Ну, конечно, он чувствует ответственность, что это служение Господу, и поэтому я должен победить, правильно, да, то есть он немножко, у него есть такое, как бы немножко, ну, это не то, что он, но он не впадает вот это вот в депрессию такую, в уныние, вот, и он продолжает действовать, потому что Господь его из сердца вдохновляет. И если случается победа, то есть он не гордится, что это он победил, он понимает, что это Господь дал ему разум там или так далее, ну то есть как бы или силы, или еще что-то, ну то есть он как бы и это во многих случаях случается. Помните, как мальчики и пастушки пошли просить просад у этих самых, у браманов, и идти им не дали. Вот, и они пришли к Кришне, и Кришна говорит, ну, бывает, что мы можем встретить в жизни облом, да. Поэтому не расстраивайтесь, пойдите попросите у жен, то есть браманов, то есть не... Не так, так так, с другой стороны зайдите, да, то есть, вот. То есть Кришна дает разум, то есть если не получается так, то есть получается так. Ну, и то есть здесь, то есть это очень такой фундаментальный принцип успеха в сознании Кришны, то есть о чем говорит Шрила Прабхупада здесь в конце комментария, он говорит, мы должны, этот стих поучителен для всех, кто честно трудится в движении сознания Кришны. Не стоит чрезмерно радоваться своим успехам и сокрушаться из-за неудач. Мы должны искренне стремиться исполнить волю Кришны. То есть это было, то есть это глубинное настроение, которое двигало Шрилой Прабхупадой. То есть он как бы придерживал, то есть это оно вдохновляло Шрилу Прабхупаду, потому что и, то есть он еще очень глубоко это пережил тоже в своем сердце. И поэтому он здесь об этом говорит. Потому что для того, чтобы вот сохранять вот этот энтузиазм и выполнять, самое главное, выполнять свои обязанности. Вот, выполнять свои обязанности, мы должны научиться, то есть, вот это вот, то есть понимать вот этот принцип. Что, почему нам больно, если мы терпим неудачу. Вот, то есть это вот действие ложного эго. Вот. И таким образом тогда мы будем, то есть если мы будем это понимать, то есть мы сможем применять это знание в своей жизни и преодолевать различные такие, ну, то есть неблагоприятные, то есть какие-то нехорошие ситуации и так далее, предаваться Господу и продолжать процесс преданного служения. И также мы не будем бояться выполнять свои обязанности. Мы не будем бояться выполнять свои обязанности. Здесь также вот в комментарии Шрила Прабхупада говорит, смотрите, он приводит этот стих, честно исполняй свой долг, ибо действие лучше, чем бездействие.
Живое существо обязано действовать в соответствии со своим положением. То есть у каждого из нас есть какое-то положение, и в соответствии с этим положением есть предписанные обязанности, которые преданный должен выполнять. В соответствии, тут имеется в виду варна и ашрам. А добьется оно победы или потерпит поражение, зависит от Господа. То есть поэтому очень важно определить, вот в чем на данном, например, этапе моей жизни, какое мое положение и в чем мой долг. И начать действовать. Не думать, а что там будет, а вдруг там будет вот так-то и так-то. Иногда преданные, вот они, мне преданный один, там, знаете, начал встречаться. Просто я хотел бы приводить примеры из жизни, для того, чтобы была понятна эта философия. Вот преданный начал там встречаться с одной матаджи в одной ядре. Вот. И они там начали жить вместе. Я говорю, ну что, когда свадьба? Знаете, то есть когда... Он такой говорит, я еще не знаю, говорит. Вот. Я говорю, так раньше надо было не знать. Как это ты не знаешь, вы же живете вместе, как бы, а он не знает. Ну, я начал там, в общем, прессовать. Ну, он говорит, ты что, как это, что это за это самое? Мы же не можем, ну, как бы, мы не должны поощрять проституцию в обществе. То есть должно быть все четко, законно, как бы. Он говорит, ну, я как бы боюсь, что я не потяну. Да. Не, говорю, бояться и все взвешивать. Ну, то есть, ну, он как бы потом предался, вот, как-то так понял, я ему объяснил, что нехорошо, так и будут проблемы для него, как бы вообще в целом. Вот, но иногда преданные, они вот как бы пытаются наперед, вот как бы находясь в своем вот этом вот положении, да, они начинают наперед просчитывать, а что будет, понимаете, вот что получится, а что не получится у него, да, вот. И он находится вот сейчас вот в этом положении. И поэтому он не может просчитать, потому что он сейчас находится в этом положении. И как оно будет потом, потому что потом его положение поменяется. Он не может это все до конца там предусмотреть, понимаете? Все там увидеть, как оно будет. То есть победит он или не победит. Поэтому нужно делать шаг. Для того, чтобы делать шаг, потому что страшно, потому что мы не можем все просчитать. Обычно преданные, если сильно начинают все просчитывать, они отказываются от деятельности. Вот как Арджуна. Он начал сильно много думать. Понимаете? А как это вот, что это будет, понимаете? А получится, а не получится. Ну, вот. Конечно, это естественная функция интеллекта, разума. Мы прикидываем, да, но мы должны понимать, что есть крайность. То есть мы не, с одной стороны, мы не должны бездумно действовать, но с другой стороны, мы не должны слишком много пытаться проанализировать, потому что тогда мы перестаем зависеть от Господа. Понимаете? Мы начинаем вот все взвешивать, а как вот получится у меня, там не получится, как преданный один говорит. Я говорю, когда будешь посвящение получать? Там, этот, говорит, а я, говорит, не тороплюсь, там, не спешу, не знаю. А я говорю, а почему? Потому что я не уверен, что я смогу следовать регулирующим принципам. Я говорю, а ты никогда не будешь уверен, что ты сможешь следовать регулирующим принципам. Потому что эта уверенность, она приходит на уровне нишки. На уровне нишки человек уверен, что он будет следовать регулирующим принципам, понимаете. Он уверен. А пока этого уровня нет, он может хочет, но уверенности у него нет. Откуда у него будет уверенность? Уверенность приходит на уровне нишки. Вот. Есть желание у преданного, если есть желание, есть искренность, все, он должен принять прибежище, он должен помощь получить от духовного учителя. Это не так, что он должен стать саньяси, а потом принимать инициацию, получать инициацию. То есть, и опять-таки, почему это такое у него? Потому что он вот так вот, он оценивает себя сейчас в этом положении, и он как бы все просчитывает и видит, что, ну, похоже, что ничего у меня не получится. Нет, есть определенные предписания, вот, и для нас, то есть и в соответствии со своим положением, мы этому
этим предписанием, то есть этому долгу. Предписание описывает наш долг. Мы должны просто его понять, в чем он, и в соответствии с этим действовать. А там уже Кришна будет, когда мы начинаем действовать в соответствии с этим долгом, тогда Кришна нас уполномачивает. И мы становимся другими. И то, что у нас, например, бы не получилось бы, понимаете, вот, в этом положении, когда мы продумали, когда мы думали, поэтому, понимаете, оно потом начинает получаться. Понимаете? Поэтому, когда мы, вот тамагуна, она как, чем охарактеризуется, что человек много думает, и когда он много думает, он, не, он ну, как сказать, он приходит к выводу, что у него ничего не получится. И поэтому он сидит и ничего не делает. Из этого произошла вот эта пословица украинская народная: дурень думкою богатее. Он сидит и думает, а делать не делает, понимаете? А, то есть не выполняет долг. И именно из-за этого, то есть вот это вот ложное эго, оно нас парализует, потому что мы боимся совершить ошибку, чтобы выглядеть плохо в других глазах и даже в своих собственных, понимаете? Потому что мы, то есть наше вот мнение, наша самооценка и там наша любовь к себе, она может пострадать. Вот, и поэтому мы за это боимся. Это что касается немножко ашрамов в плане долга. Вот. Так само вот на санкиртану брамачари выходит, он чувствует, что не могу еще раз посадить. Да, то есть, ну, реально, он просчитывает, с материальной точки зрения, с материальной логики, просчитывает, не будут книги брать. И поэтому у него и будут это я ходить, меня будут пинать, короче, понимаете, просто как дурак буду ходить. Лучше я, короче, не пойду вообще. Но когда он выходит, если он начинает выполнять свой долг, Кришна его уполномачивает. Понимаете, уполномачивает, к нему приходит полномочия. И он становится другим, и у него получается, он шаги, там раз, там к нему взяли, там к нему взяли. Ну, так само Харинама. Любая деятельность, мы зависим, пять факторов деятельности, и вот это вот сверхдуша. Но когда мы просто анализируем это, мы учитываем материальные только. И точно так же, когда преданные, то есть материальные факторы. И вот преданный, он как бы говорит, я вот, ну нормально отношусь, но я как бы чувствую, если я сейчас... Ну, как бы мы будем там все время вместе, мы там будем жить вместе, я не смогу вести мою жизнь, вот эту семейную, в сознании Кришны. То есть я не смогу следовать регулирующим принципам, то есть у меня будет еще больше крыша ехать от вожделения там, и так далее и тому подобное. Вот. Понимаете, и он поэтому воздержан, боится. Вот. И это ошибка. Потому что мы должны понимать, что есть Кришна еще. То есть если мы защищаем религию, то есть следуем своей дхарме, у нас такое положение, мы там не можем контролировать чувства, поэтому предписывают шастры принять, то есть другой ашрам, сменить ашрам, прихаса ашрам. Мы должны понимать, что если мы защищаем дхарму, то есть действуем еще из долга, то тогда Кришна будет нам давать полномочия, то есть дхарма будет защищать нас, у нас появится сила, понимание, то есть не сразу, но постепенно, то есть мы окрепнем, и таким образом мы растем, то есть когда мы принимаем ответственность, когда мы начинаем действовать в соответствии со своим долгом, вот, то тогда мы прогрессируем, то есть мы растем. И точно так же брамачари ашрам, если преданные там приведут, то я, наверное, не потяну, вот я не чувствую, что я такой монах, саньяси, я не могу идти в брамачари ашрам, там у меня еще, меня там иногда подзатягивает там, интернет или еще что-нибудь. Там. Вот. Не-не-не, вы должны действовать в соответствии с долгом. Понимаете, есть предписание. Шрила Прабхупада говорит, вот так вот должен делать, то есть если человек не жена, то есть он должен, например, то есть принять ашрам. Это называется дхарма. То есть на данном этапе жизни ваш долг, ваша дхарма в этом. Вот. И вы не должны думать, а у меня может там что-то не получится. Ну, мы будем это думать, понятно, то есть это нормально, но не слишком сильно, как бы, понимаете, по этому поводу переживать, нужно делать. И Кришна тогда уполномачивает общество преданных, то есть мы получаем другую шахти, и мы поднимаемся раз и на другой уровень выше, понимаете? Потом раз, еще на другой уровень выше.
так далее. Потом так это работает. И точно так же, как его, варны, то есть мы должны выполнять свой долг. В разных, я тут долго, ну, как бы, можно разбирать, как сказать, вот это вот выполнение долга разными варнами. Но я просто вот в Луцке был, и там мы обсуждали тоже с преданными на Бхагаватам. Я читал лекцию, и такие вот пришли мысли, вот, понимание, я именно по поводу, например, долга брахмана. То есть брахман, он должен озвучивать истину. И может это как бы... То есть он не должен бояться, что, ну, это неправильно будет понято, понимаете? То есть он не должен бояться критиковать, например, потому что кто-то должен говорить, понимаете, вот, что его там неправильно поймут, что там, ну, как бы будет оскорбление и так далее. Вот. Почему такая обязанность именно лежит на брахманах? То есть они должны, в основном это касается всех сословий общества, но в основном это касается кшатриев. То есть брахманы, они должны, что делать, защищать кшатриев. А кшатрии, в свою очередь, защищают брахманов. Да? Каким образом брахманы защищают кшатриев? Словом. Понимаете? То есть они говорят, они могут... То есть никто, например, вайши и шудры, они кшатрию не скажут. Понимаете? Почему? Потому что боятся. Понимаете? А у брахмана есть вот это качество бесстрашия, потому что он понимает, у него есть связь с Кришной, более яркая, он ее видит, сознает. И он, как сказать, сознает волю Кришны. Понимаете? Вот. И брахман, он очень разумен и осторожен. И он никогда не будет критиковать, если на это нет воли Господа. То есть, если нет санкций Господа. Потому что он боится совершить оскорбление. Есть, ну, мы имеем в виду брахман и вайшнав. Вот, в этом смысле. Вот. Поэтому брахманам дается вот это, как сказать, это... их не то, что не право, это не право, это их обязанность. Они смотрят и они озвучивают. Иногда это они могут озвучивать это, ну, мягко, то есть давать совет, как бы, ну, как, это нормально как бы принимается. Но иногда они, можно видеть, то есть если, например, там это не принимается, или как-то не могут они докричаться, то есть они могут критиковать. Вот. Жестко для того, чтобы всколыхнуть, то есть для того, чтобы зацепить вот это ложное эго. И также брахманы должны прославлять. Почему вот в ведическом обществе царей прославляли брахманы? Потому что брахманы, они не льстят, понимаете? Они говорят истину, то есть они живут в истине, и они, если прославляют, то есть за что, значит. Они просто способны это заметить, увидеть, потому что они независтливы. Понимаете, поэтому они способны заметить эти хорошие качества правителей. То есть шудры и вайши, они могут льстить царю. Просто, понимаете. А брахманы, они независимы, они от царя не зависят. Вот, но они видят хорошее качество, они ценят царя, царь это чувствует, они ему не завидуют. Вайши и шудры могут завидовать и льстить. Брахманы не завидуют. И ценят царя, и качество его видят хорошее, и прославляют, могут прославлять его. Поэтому царь это тоже чувствует, потому что царь это продвинутая личность, кшатри. Вот, и это его вдохновляет. Поэтому брахманы, они вдохновляют, и также они могут критиковать, могут поправлять. И есть интересная вот история, мы вспомнили ее про... Брахмана, помните, который жил в Двараке, и у которого дети умирали один за одним. То есть раз умер, раз умер. Вот. И он как бы, он же ж не пошел там к Уграсене там, или еще кому-то там лично там, типа сказать, что ну вот что такое, почему проблема. Потому что цари, они там где-то далеко, понимаете, в дворцах, то есть у них, ну, в своей как бы... На своем эго, понимаете, то есть они живут как бы в своей пхаве. Вот. А брахман там простой, он как бы жил. И что он сделал? Он вышел просто на площадь, там где много людей.
И сказал, и начал критиковать просто, начал критиковать. Говорит, эти, блин, цари, короче, угросены, они там чувственным наслаждением предаются. Что такое беспредел происходит? У меня пропадают дети, куда они деваются? Это значит, адхарма какая-то в обществе, понимаете? То есть какой-то беспорядок. То есть, а цари, они ответственны. То есть, и вот это вот, как сказать, обратить внимание, то есть предъявить ответственность, перед кем цари ответственны. Ответственность, значит, отвечать перед кем-то. Перед кем цари ответственны? Перед браманами. А браманы же ответственны непосредственно перед Господом. То есть Господь их наказывает, Господь их благословляет, милует и так далее. Вот. И поэтому этот браман, он начал критиковать, жестко критиковать кшатриев династии Яду. Вот. И Кришна там был, вот. И никто не вмешивался. Все как бы не сказали ему, там, ты что ты критикуешь, безобразие. Он критиковал, и они как бы молчали. И потом Арджуна пришел, потому что ничего предложить не могли, и рот ему тоже не закрывали. Вот. И потом пришел Арджуна и сказал, так, ты зря так говоришь, вот я Арджуна, короче, я сейчас проблему решу, я вопрос решу. То есть вот это подход к кшатриев, то есть они принимают вызов, и то есть понимая, что браманы, они, то есть это не они говорят, а это через них Господь какую-то хочет донести истину. Да, и вот это мы должны вот учитывать. И тогда легко, например, кшатрия, потому что у кшатрия же эго большое, понимаете, вот, очень большое. Вот, у организатора, правителя, понимаете, у него большое эго. И ему бывает очень трудно принять, например, слова брамана, вайшнава, потому что он там говорит, так а что ты там сидишь, короче, целыми днями там, книжки читаешь, джапу бубнишь, короче, ты попробуй, вот сделай что-то там, организуй, а потом будешь советовать, понимаете, то есть у них эго такое сразу как бы включается, да, то есть вот попробуй, типа, в моей шкуре побыть, а потом, типа, будешь мне там рассказывать, советовать. И вот это, ну, типичная ошибка администратора. Но мудрые администраторы, они все имеют советников. Почему? Потому что вот эта организационная деятельность, она требует, то есть она, как сказать, кшатрий, он всегда подпадает под страсть. И он может не заметить, понимаете, как он начинает совершать ошибки, как он начинает, ну там, перегибать или так далее. То есть у него включается раджас. И поэтому ему всегда нужны советники, которые более утонченные и видят со стороны. Вот. И могут, и эту функцию выполняли браманы, да. Вот. И, но когда царь вайшнав, да, кшатрий вайшнав, то есть у нас вайшнавское общество, он в чем его квалификация? Что он понимает, что Кришна есть, реально, Бог есть, и он контролирует все, тем более браманов. И поэтому, когда браман ему что-то говорит, вот, даже если он сразу не принимает, то потом как бы он может сделать выводы, то есть задуматься над тем, что он услышал, вот, и принять это как волю Господа. И тогда ему легче принять, потому что от Господа мы можем все принять. Да? Если там какой-то там браман такой неказистый, там, не крутой, как бы, да, там что-то подсказал, то это одно, то есть там и правильные вещи какие-то, трудно принять бывает. Но если мы понимаем, что это Господь через него, тогда, о, да, то есть кшатри, он может, это Господь подсказывает, и он тогда ценит этого преданного, то есть, о, спасибо, то есть есть такая благодарность, и есть хорошая как бы коммуникация, и общество тогда процветает, нету вот этих сражений. И вот эта вот квалификация также брамана, она заключается в том, что браман, он, как сказать, не настаивает на своей истине. Вот он, например, что-то знает, и вот он уверен даже, что это правильно, что это Господь, как бы, да. И он как бы раз это озвучил, а его не принимают, не понимают. И вот качество брамана заключается в том, что он, ну, как сказать, не привязан, да, чтобы вот переделать человека, вот,
сейчас, в данный момент, там, задушить его, ну, чтобы он принял эту истину, потому что это же истина, это уже раджас, понимаете? То есть браман, он просто озвучил, понимаете, как это происходит, процесс. А кшатри он услышал, ну, там, или другие преданные, ну, то есть не будем там слишком, просто он просто озвучивает истину. Все услышали, кто-то может не принять это как бы сразу из ложного эха, но браман знает, что если это истина, если это от Господа исходит, мне главное это озвучить. Может, один раз там, через какое-то время, второй раз, третий раз, максимум, три раза. Харир нама, харир нама, харир нама, три раза повторяется, чтобы не больше. То есть он может повторить там, ну, три раза, да. Но так как это истина, он знает, что это попадает в сердце, в сознание преданного, кому это адресовано. И так как это от Господа исходит, то Господь из сердца будет все время, короче, ну, проталкивать это там внутри, понимаете? И преданные будут ходить и думать, что я, блин, про это все время думаю, как бы, что-то в этом есть. И постепенно, так как преданные же все искренние, как бы, все же хотят, чтобы как лучше было, и постепенно он уже про этого брамана может забыть. То есть проходит какое-то время, знаете, ну, он уже как бы, то есть браман там не висит на нем, знаете, не душит его там, что типа, вот. То есть он не хочет его победить, понимаете, то есть его, у него нету как бы вот в его настроении, в его желании, в планы не входит победить царя, его в планы входит озвучить истину, чтобы эта истина, она залетела, как бы как-то вот дошла. Иногда это приходится делать, вот как этот браман, который в династии Яду, то есть делать это, ну так, шумно, громко, знаете, то есть он начал там перед, ну, перед всеми, как бы, как у нас говорят, поза углами, вот, ну, то есть имеется в виду, что не прямо подошел к этим личностям, там, к Уграсене или кому-то, а просто перед, ну, среди людей просто начал критиковать их, кшатриев, за то, что они плохо выполняют свои обязанности. Вот. Иногда это приходится делать так, потому что, ну, чтобы, как сказать, потому что у кшатриев есть вот это эго, да, то есть они как бы тогда, ну, они гордятся, то есть что они все хорошо делают, что у них все правильно. Вот. И тогда это их обеспокаивает, то есть вот, их эго задевает. И тогда они вот прислушиваются, и вот какие-то истины, они потом залетают. Вот, и со временем Кришна он подталкивает. И потом уже такой преданный, он может эти истины, то есть эти вещи, например, уже выдавать даже как свои. То есть, ну проблем нет. То есть главное, чтобы истина, она восторжествовала. То есть, а уже, как сказать, браманы, они не привязаны к тому, чтобы под этой истиной была их подпись. Как бы, да, то есть, потому что Кришна это, потому что все эти истины, они исходят от Кришны. Поэтому Кришна, он так сказать, единственный, кто побеждает во всем, и кому принадлежат все плоды действий, вот, и хороших, потому что Кришна ничего плохого не делает. Это нам принадлежат плоды плохих и хороших действий, потому что мы можем тупить иногда, то есть мы можем неправильно действовать. Плоды плохие приходят. Но Кришна всегда действует правильно, и плоды всегда хорошие, и эти все хорошие плоды принадлежат Кришне. Вот, и поэтому браманы, они это понимают, эта связь есть, и они не гордятся, если им удается вот как-то, знаете, доминировать в обществе, побеждать других там каких-то могущественных людей. Они, ну, то есть они не привязаны к этой гордости, они, им нравится, у них есть вкус вот эту поддерживать, вот эту связь с Господом, то есть и вот это для них важнее. У них нет вкуса к тому, чтобы вот этому ощущению превосходства себя над другими. Вот. И тогда и Господь доволен ими, потому что у них это сознание есть. Вот, они не присваивают себе вот это вот, как сказать, положение Господа. И Господь использует их как инструмент в обществе. Поэтому очень, очень классно, когда есть именно браманы, наделенные такими качествами бесстрашия, то есть, которые происходят из их духовного понимания, реализации, и которые могут озвучивать истину. Тогда общество будет
все время двигаться в правильном направлении, и все будут этого только выигрывать. Хорошо, я на этом остановлюсь. Может, есть какие-то вопросы? Да. Не, Брахма, а какой для него урок? Для него никакой урок. Он просто был недоволен. Он просто был недоволен, потому что происходили странные вещи. Вот. И он имел глубокую веру в то, что странные вещи происходят из-за адхармы. Понимаете? То есть это карма плохая. Он видел, что он все делает правильно. Вопрос был в том, что какой урок для брахмана, какой урок брахман должен был извлечь из этой истории. И ответ такой, что брахман просто был там никаких уроков, уроки мы сейчас извлекаем просто из этих историй. А брахман, он был просто недоволен. Вот. Он видел, что он в своей жизни все делает правильно, то есть он живет в соответствии с религиозными принципами, выполняет свою дхарму, он чист, он действительно брахман. То есть, и такое не должно происходить, он не мог понять, в чем же причина, вот, потому что все происходит по карме. Вот. В чем причина того, что у него пропадают дети, и он не мог эту причину обнаружить. Вот. И он тогда возмутился, он понял, он пришел к единственному выводу, что это происходит из-за того, что правители что-то делают не так. То есть они не выполняют своих обязанностей, то есть они, там он говорит, что они предаются чувственным наслаждениям, то есть они грешат, иными словами. И из-за этого вот происходит такая... Для нас, конечно, понимаете, сейчас для нас в Кали-Югу это сложно понять. Знаете, у меня там умирают дети, и виноват, короче, Яшуда Кумар, короче, например, да, там, вот, и мы там приходим и начинаем, короче, его там, знаете, теребить. То есть, ну, Кали-Юга это не... Но мы должны понять, то есть то время, понимаете, там атмосфера была, там, ну, реально все четко было. Там, ну, ну, все там благочестивые были, все было это самое. И тут происходит такие ситуации, то есть такие вещи. Вот. И он как бы проанализировал и пришел к выводу, что это только цари виноваты. И поэтому он начал то есть возмущаться, открыто просто возмущаться. То есть но тут именно, понимаете, вот показательно в этой истории для нас реакция царей. Понимаете, реакция царей. То есть цари, они не стали ему закрывать рот, там, не стали обвинять его, что типа, при чем тут твои дети вообще к нам? Это твоя карма, короче, по карме у тебя там дети умирают. Понимаете? Они не стали ему так говорить. Так как они не могли ему ничего предложить, они не могли ему никак помочь, они сидели и молчали. У Гурсена все. И Арджуна, как бы, вот, даже Кришна, Баларама, никто как бы не приходил и что-то не предлагал ему никакой помощи, как бы никакого решения. Вот. И Арджуна, он как бы такой вдохновился, то есть у него он почувствовал, что не, я должен что-то сделать, то есть я должен этого брахмана защитить. То есть представляете, вот, ну, какое у них, вот ведических кшатриев, у них было отношение к брахманам, да? Что он принимал вот это, что, ну, как он не понимал, он чувствовал, что да не, мы тоже типа все четко делаем, мы как бы, он как бы не прав, что он на нас наезжает, но... У него такое, ну, как бы, знаете, у него не возникли такие мысли, что типа, ну, какой он брахман тогда, раз он критикует, короче, это несправедливо нас. Потому что мы вот все же как бы делаем правильно тоже. Вот, ну, такое случается, ну, вот жизнь такая. Не, он так не подумал, что он, раз он нас тут несправедливо сейчас критикует, то значит, короче, он никакой вообще не брахман, короче, пошел. Да, туда ему дорога, короче, да, то есть, ну, то есть, не, он пришел и говорит, как, что мне сделать, вот, то есть, не то, что мне сделать, а он предложил, говорит, я, то есть,
по-любому, короче, исправлю эту ситуацию, то есть я тебе помогу. И Браман говорит, да лучше не обещай, потому что ты же потом будешь страдать, потому что он знал, что у них там серьезные, как бы, понятия, то есть у кшатриев, если он слово сказал, то есть он должен за слова отвечать, то есть если он слово не сдержит, то он там, ну, просто сам себя уважать не будет, он там, ну. И поэтому Браман говорит, да лучше не обещай, потому что, ну, тут ни Кришна, ни Баларама, никто не может помочь. А Арджуна такой, да не, я крутой, короче, я наверное... Да, говорит, у меня Гандива, я там, мне даже Шива был удовлетворенной, и я, короче, вот, ну, налажу, в общем, ситуацию, то есть исправлю эту проблему. Вот, то есть такое вот отношение. Вот, и, ну, это примеры для нас. То есть, с одной стороны, мы видим пример, что Браман, он не побоялся молчать, он как бы высказался. Вот, и с другой стороны, мы видим, что кшатрии, они принимали, им хотелось, у них была любовь такая прям к браманам, то есть что даже когда они что-то говорили, то есть как-то ругали и так далее, они не возмущались. И Господь Вишну вот этой истории про четверо кумар, помните, про Джая и Виджая, по-моему, в этой истории, ну, в общем, неважно, какую историю, почему Шримад Бхагава там описывается, ну, по-моему, в этой истории. Вот, там Господь говорит, что тот, кто как сказать, с лотосными глазами и со сложенными ладонями принимает то есть брань и, как сказать, ругательство браманов, вот, тот покоряет мое сердце. Вот, Господь Вишну говорит. Ну, я так в двух словах, ну, смысл этого как бы стиха, он такой более поэтичный. У меня с поэзией сложно, не запомню. Но суть в том, понимаете, что Господь Вишну говорит, что тот, кто, даже если не, говорит, несправедливые упреки браманов и так далее, то есть и принимает со сложенными ладонями, и там он еще более подробно описывает, я не помню этот стих, вот, подробно, то такой человек, он покоряет мое сердце. Почему Господь так говорит? Потому что тогда вот есть успех, вот эта браманическая культура или общество браманическое, тогда есть вот эта связь. И вот эта связь с Господом в этом обществе осуществляется через браманов. Вот поэтому он го брамана хитаяча, то есть Господь это тот, кто защищает браманов. И мы должны понимать также, кто браман. Браман это не тот, у кого шнур браманический. Потому что браманический шнур в ведическом обществе дается и вайшьям, и кшатриям, и браманам. То есть браманы это гуна, качество и карма, деятельность. Как действует человек, чем он живет. Шрила Прабхупада говорил, как он, за счет чего он себя поддерживает. Да? То есть какой в общество он привносит, чем он привносит в общество какие-то блага, вот, что общество его поддерживает. Вот кшатрии, они умеют организовывать, это талант тоже, это от Господа дается. Вот, то есть они не должны, как говорят, колом махать, они должны свои обязанности выполнять. Иногда преданные, они вот как бы так, знаете, у нас вот марксизм-ленинизм немножко, он сквозит с прошлых жизней, как бы мы ж, ну, жили в этой, ну, культуре, как бы, да, воспитании. Вот. И мне там, я вот разговаривал с преданными, там, ну, определенные вопросы выясняли, и он как бы организатор, хороший организатор. И он говорит, ну мы тоже типа тут как бы предаемся, мы там вот колом махаем, там тоже что-то делаем, как бы, вот. Я говорю, такая, не надо тебе колом махать. Ну, типа, чтобы никто не завидовал, знаете, то есть, ну, как бы, чтобы... Не надо, понимаете, то есть это пережитки. У каждого есть свои привилегии, привилегионное положение. Оно нужно этому человеку, да, то есть для того, чтобы он правильно выполнял свои обязанности. Понимаете, как браман, или как, то есть, или как кшатри, или как вайши, или как шудра. Вот. И у каждого есть своя какая-то привилегия. Шудра, например, какая у него привилегия? С него не спросят, если он промолчит, если он не будет сражаться, если он не будет говорить. Понимаете? А браман, если он промолчит, к нему придут последствия. А кшатри, если не будет сражаться, не будет организовывать, к нему придут последствия. А к шудре не придут. Он как бы, это привилегия, понимаете? Вот.
Поэтому в ведическом обществе все преданные, они должны вот эти вот понимать и быть удовлетворенными, и учиться не завидовать. Поэтому кшатриям не надо коло махать для того, чтобы вот зарисовку сделать, что мы такие же, как бы, как вы, мы вместе тут. Не, мы разные. У каждого есть своя тема, да. Вот, каждый как бы имеет свои привилегии, свое положение особое, но и особые обязанности. И у каждого Господь дает свои таланты, которые он использует в служении обществу, и все видят в этом плюсы, и никто никому не завидует, и все в экстазе, понимаете. Когда искусственно это вот в этом коммунистическое общество, там, я помню, что дедушка Ленин, там, типа, он, короче, там тоже лопатой махал, там он там что-то там. Я помню, тут даже детский садик раньше был, и здесь была, вот, где эта самая, вот эта стенка с алтарями, там был нарисован Ленин, короче, и возле него детки, короче, да. И он, короче, Ленин чистил яблочки, вот, и деткам давал яблочки, а сам кушал кожуру от шкурок, да, типа. И вот какой он молодец, да, то есть, что вот он такой великий вождь, а он такой вот, короче, непритязательный, там, простой, короче, да, и так далее. Нет, у каждого есть свое определенное. Конечно, когда увлекается человек, то есть гуна-страсти может тоже включаться, то есть есть какие-то крайности, но в целом у каждого есть свое какое-то положение привилегированное. То есть, например, шудры, они не могут сказать, например, браманам, что ты там вот лежишь, короче, понимаете, целый день там читаешь, короче, да, там, или это самое, вот. Что-то за... Потому что они не понимают, понимаете, они не понимают, что, какая это важность, потому что если, они не понимают, что если браман, он не будет это делать, если не будет у него вот этой сатаны его, он не сможет иметь вот эту связь с Господом, он не сможет влияние оказывать на общество благоприятное, не сможет выполнять свои обязанности, поэтому они как бы не понимают. Или как вот у нас люди, кшатри, они говорят, да что они там делают, что там управлять? Я бы, короче, тут разрулил в Украине все, короче, раз и все, короче, знаете, там. Они, потому что они не понимают, что это очень непростая вещь. Вот. Но браманы понимают, поэтому они кшатриев защищают. И кшатрии понимают браманов, что их положение, и поэтому они тоже их защищают от придирок вот, более низших сословий, то есть людей, которые недостаточно, ну, глубоко понимают вот, ну, ситуацию, так сказать, в жизни. Это очень на самом деле глубокая, тонкая наука, и она позволяет как бы преодолевать самое главное смысл как бы этой системы в том, чтобы дать людям почувствовать вот эту связь с Господом, вот, через высшие сословия, и избавиться от вот этого качества дурного зависти, потому что если мы научимся друг другу не завидовать, выполняя свои обязанности, предписанные каждый на своем месте, то тогда мы сможем не завидовать Господу. То есть мы становимся квалифицированными, потому что это самая главная проблема, то есть самая главная дисквалификация обусловленных душ, в их сердце живет зависть. Но общаясь друг с другом, тренируясь на друг друге, выполняя свои предписанные обязанности, находя удовлетворение в этом выполнении долга, мы избавляемся от зависти, и тогда мы приближаемся очень сразу к Кришне. Все научно, Кришна дал эту систему. Вот. И вот это искусственно, когда пытаются уравнять все, там мы там типа все одинаковые, мы все это самое, это называется марксизм-ленинизм, Шрила Прабхупада говорит. Общество естественным образом разделено Господом, и это всегда будет. Вот. И когда искусственно пытаются всех уравнять, это называется марксизм-ленинизм, и Шрила Прабхупада говорит, они пытались это сделать, но это не работает, это не работает. И в обществе тогда воцаряется хаос. Извиняюсь, что затянул. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Нитай Гора Премананды.